Сегодня у нас самый ужасный день. Потому что... Потому что я установил программу, вроде бы обалденную, для снятия видео. А потом оказалось, что эта программа не снимает... Ну, точнее, снимает, но там нет паузы. И я не могу эти маленькие фрагменты, которые я наснимал, соединить. Получается, я на YouTube буду выкладывать части. А части там совсем маленькие. Ах, в общем, трындец, ребята. Так, тут у нас музыкалы и... А чё так много лучников? Я ж не справлюсь. Так. Пугало, ты что делаешь? Фермер. Ну, еще несколько фермеров. А-а-а! Это очень крутая штука. Сейчас приближу. Ё-моё! Ё! Короче, мне нужно играть за пугало. Чё вы смотрите? Меткие стрелки, блин. Попали прямо... Тут ворона сидит. Ворона тоже откинулась. Пощадите ворону. Ладно. Значит, это не вариант. Очистить. Значит. Я не знаю, как это должно работать. Ну, как пойдете? О, ё-моё! Косаря прибили, и этого тоже прибили. А как это сделать? У меня очень мало денег для такого уровня. Может их отвлечь? А сзади поставить кого-нибудь такого, допустим. В общем, берем количеством. Они сразу же споткнулись, упали. Давайте, ребята, берем количеством. Количеством берем. Да непогибаемо берем. Берем их. Отлично. Они сами свалились. Куда вы идете? Кто еще остался жив? Ну, ё-моё, ну, ты прикалываешься? Он сам же упал. Отлично, план крестьяне в ярости сработал. Ох, ё. Это катапульта, да? Оруженосцы. Обалдеть. О, ну у нас достаточно, кстати. Как-нибудь так, нет? Ох, ё-моё, их сразу же снесли. О, ну кстати, есть надежда. Есть надежда. Опс. Надежда потихоньку исчезает, но у нас еще живо пугало. А кого тут надо прибить? Чувака этого? Ага. Чего? Король. А... Ну, значит, делаем крестьяне против короля. Сговор.
Оп. Чего? Почему его лечат? Это лекари. Так, надо вселиться. Так, все только в моих руках. Отлично. Воу. Средние века. Базовый строй. Я даже не знаю, если они... А, я могу ставить только тут. Еще сложнее, но у нас 2000, в принципе. Незаметно встанет катапульта. Ну, я даже не знаю, как оно. Алло, один еще жив. Ну, ёкарный, ну катапульта, ну подвела. Они не могут пройти. Они разрушили катапульту. Конечно. Так, значит, нужно по-другому сделать. Раз. И где-нибудь два. Ага. Только на одного хватит. Ну, ёкарный, ну, катапульта, ну, чё ты? Ну, катапульта классно справляется. Может, и выиграем, кстати. Давайте, камни заряжайте, пли. Да куда ты стреляешь, эй? Вася, куда ты стреляешь вообще? Отлично. Но идут ломать тут. Тут идут ломать. Эту сломали. С чего? То есть это как? Ладно, как обычно, наш план берем числом. Оп, поехали. Парни, только не умирайте. Господи, эти копейщики, они просто дробят моих. Куда пошли? У него копье застряло. И что с тобой делать? Только убивать, а наших-то и нету. Ну, я даже не знаю, что тут комментировать и что делать. Король. Король, он же жесткий, да? Значит, король. И с ним несколько. Я прям считаю. Ну, король, давай покажи, какой ты король. Своим мечом разносит всех, уже молодец. Обалдеть, он блокирует их. Молодец, красава, не то что эти. Давай, накажи этих. На, на, король. Ну, в данном положении я бы не сказал, что он победил. Он как бы свернул себе шею, но... Как бы победа.
Угу. Это у нас... Ага. Рыцарь это кто? Это вот кто? Так. Ни на кого не хватит. Ну давайте еще отвлекающий маневр. Рыцари, давайте порвите их, порвите. Воу! Они действительно их порвали. Покажите спартанцам. Этого убили, да? Да, этого убили. Ну ты целитель, конечно, еще тот целитель. Ты куда их ведешь? Молодец! Вообще красавцы! Работают вместе, слаженно! Отлично! Ого! Баллиста! Это баллиста, я так понимаю. А как перемещаться мне по карте сейчас? А. Я ж могу поставить их и в другом месте. Например, вот так вот, читерство. Оп, лучники. Я ж надеюсь, они не пойдут навстречу своей смерти. Да ё-моё, они пошли навстречу к своей смерти. Чё вы стоите? Ага, стреляют. Неплохо. Чего? Это баллиста. Он разбрасывает всех их. Вот камнем. Отлично. Я уж думал, что катапульт победят. Минотавр. Серьезный чувак. Но король еще серьезней. Оп. Ё-моё! Они просто всех берут и ушатывают. Они взяли в руки одного и лупят короля. Нет, король, защищайся. Король, за землю. За землю, король, защищайся, давай. Ой-ё, всё, королю хана. Они... А, нет, не хана. Король стойкий. Его уже на пику насадили, а он все равно победил. Опять в точно такой же позе. Просто модель. Победа века. Он даже лежит. Как ему скучно сражаться с этими средневековыми. Ого. Только ледяные лучники. Ну почти. В смысле почти. Почти только ледяные. Минотавр, Зевс, баллиста, змеиный лучник, топлит. Сарисофор, щитоносец. Вот на этом мы и будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, как вам Tabs. И ставьте лайки для продолжения этой рубрики. Всем пока!